Друзья, всем привет! Была такая задумка сделать цельную трубу из пластиковых бутылок. Но если, допустим, термоусадку делать на цельную трубу, пластиковую или металлическую, то потом ее бутылку просто не снимешь после термоусадки. Возникла такая идея сделать термоусадку на пружину. Вот нашел пружину более-менее подходящую, зачистил ее от краски и ржавчины, усадил на нее одну бутылку. Но вот сейчас будем пробовать 2 и 3. И посмотрим, что получится. Да, кстати, предварительно пришлось ее смазать, потому что даже чтобы скрутить с пружины, требуется немало усилий. Поэтому использовал силиконовую смазку. Надеваем бутылку. Первую делаем термоусадку. Теперь ее скручу, оставлю маленькую часть и сделаю усадку второй бутылки. Скрутить удалось только после того, как зажал в тиски. Теперь на эти три нитки одеваем еще бутылку. И также делаем термоусадку. Теперь я скручу эти две бутылки и посмотрим сцепку. Короче, идея такая полупровальная. Как бы все получилось. Держится очень плотно, но усилий затрачено очень много. Поэтому жду от вас комментариев. Может, вы что подскажете, как можно цельную трубу сделать. А я проэкспериментирую и посмотрим, что получится. А на этом все. Всем пока.